Приветствую вас на канале Эко Багре. В этом видео мы покажем обзор и распаковку такого товара, как наколенники с подогревом от магазина eco-bagrev.com. Значит, у нас в комплекте идут сами наколенники, вот, зарядное устройство, евророзетка, переходник, так, инструкция. Дальше сами наколенники, они идут с уже... Это именно модель уже с аккумулятором. Аккумулятор он у нас над коленом в таком карманчике. Вот один аккумулятор и второй. Вот. Емкость аккумулятора данной модели 4000 мА. Емкость бывает разная, поэтому при заказе уточняйте. Так, дальше еще особенность этой модели. Так, ну, это может быть, может не быть в комплекте. Ну, в данном комплекте у нас есть подарочный такой вот пакетик с травкой. Это какие-то лекарственные травы. Немножко так вот пахнут. Они дают терапевтический эффект. То есть, если их положить, то кроме обогрева вы еще получите терапевтический эффект от трав. Вот. Нагреватель элемента расположен здесь, на колене. Вот на такого вот формата. И если нащупать, ощущается ли, да, здесь есть силиконовая нить, очевидно. Она немножко прощупывается, но через эту подкладку вы, в принципе, почти его не ощущаете. И особенность этой еще модели в том, что у нее есть кнопочка управления. Так, подключили аккумулятор, теперь включаем. Чтобы включить, нужно нажать и задержать на пару секунд. Изначально включается красный режим. Это максимальная температура у нас получается. Это температура 45-55 градусов. Еще раз нажимаем. Белый цвет индикатора высвечивается. Это температура 38-45 градусов. И нажимаем третий раз. Синий индикатор 30-35 градусов. Это режим поддержания температуры. Возможно, вы его не ощутите. Особенно у того человека, у которого плохая терморегуляция. Возможно, не ощутите, но задача этого режима на длительное поддержание температуры тела. Так, и четвертый раз мы нажимаем, опять же по кругу идут режимы. Чтобы отключить, нужно зажать на пару секунд, и она отключится. Есть, да? Вот. Чтобы зарядить эти аккумуляторы, нужно вынуть их с карманов. И подключить. То есть можно так подключать, да? Эти вот DC мама получается залазит DC папу, вот. И дальше в розетку. Так, заряжать. Для начала рекомендую разогнать аккумуляторы, как любые аккумуляторы, они этого требуют, чтобы вам долго они служили и долго держали заряд. Ориентировочно 3-4 раза полностью разрядить. Чтобы индикатор погас, да? И полностью зарядить. Рекомендую ставить на ночь. А также здесь в этой зарядке, как вы видите, есть еще DC папа, две штучки. То есть получается, что их можно подключить прямо к зарядке. Вот я показываю. Вот видите, да? И пользоваться от сети. Это если вы сидите, где есть розетка, например, на рабочем месте, у вас мерзнут колено, или там дома, например. Вы можете сразу включить в сеть. Насчет безопасности не переживайте. Здесь у нас получается преобразователь. Он выдает всего лишь 8,4 вольта. То есть с розетки 220 вольт у вас на конце 8,4 вольта. Значит, с чего они сделаны? С материала, который тянется. Размер получается здесь универсальный. Регулируется липучками. Сейчас мы замерим, какой максимальный диаметр именно в этом размере. Так, замеряем. Значит, диаметр получается у нас... Где-то до 16 сантиметров. А если в длину 50 сантиметров. Доставка возможна по Украине, новой почтой, возможно, с другими перевозчиками. Оплата возможна как наложенным платежом, так и предоплатой. А также возможна доставка за границу. Спасибо за внимание. Всего доброго.